Здравствуйте! В эфире «Экономическое обозрение». В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Более 16 тысяч жителей Гомельской области в первом квартале этого года получили государственную адресную социальную помощь. Это первое место среди всех регионов Беларуси. Средняя зарплата в регионе в марте практически достигла 680 рублей, что на 40 рублей больше февральской. До конца сентября пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены. И напоследок цены на мясо и птицу на Гомельском центральном рынке. А теперь обо всем подробнее. В Беларуси в первом квартале государственную адресную социальную помощь получили почти 90 тысяч человек. Объем финансирования на ее выплату превысил 20 миллионов рублей. Больше всего адресатов господдержки было в Гомельской области – свыше 16 тысяч человек. Меньше всех – в Минске – около 11 тысяч. Напомню, такая помощь выделяется малообеспеченным семьям и находящимся в трудной жизненной ситуации людям. Адресная помощь предоставляется в виде 5 социальных пособий. Первое – это пособие ежемесячное социальное пособие. И пособие до 2 лет, значит, детям на питание. Оно предоставляется именно, если средний душевой доход – по объективным причинам, ниже бюджета прожиточного минимума. То есть сегодня бюджет прожиточного минимума у нас составляет 180 рублей и 10 копеек, но надо сказать, что бюджет прожиточного минимума периодически меняется. И в мае месяце он будет составлять уже 183 рубля 82 копейки. Это единовременное социальное пособие. Здесь пользуются единовременным социальным пособием граждане, которые, значит, находящиеся в трудной жизненной ситуации. И при условии, если средний душевой доход семьи ниже 1,5 бюджета прожиточного минимума. Значит, социальное пособие на оплату технических средств реабилитации существует. Ну и пятое – социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников. Это такие вот виды. Надо сказать, что за первый квартал 2017 года получено адресной помощи 16,3 тысячи человек на сумму 3,9 миллиона рублей. Кстати, неблагополучным семьям пособие выделяется в виде продуктов питания, одежды, обуви и предметов первой необходимости. В продолжение социальной темы. Детские пособия, возможно, будут пересчитывать дважды в год. Об этом пишет Белта. На осенней сессии белорусского парламента серьезную дискуссию вызвал проект закона о внесении изменений и дополнений в закон о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей. Его предложило Министерство труда и социальной защиты. Некоторые содержащиеся в нем положения вызвали резонансный отклик в интернете. Напомню, Минтруда предлагает эту норму изложить в другой редакции, а именно пересматривать пособие один раз в год, исходя при этом из средней заработной платы за четвертый квартал. Она чаще всего имеет максимальный размер по сравнению с другими кварталами. Ряд депутатов обратили внимание, что это предложение потенциально может снизить уровень защищенности семей с детьми. Депутаты Палаты представителей предлагают производить перерасчет два раза в год. В целом же законопроект предоставляет более широкие права семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью. Например, предусмотрен дифференцированный подход к пособиям. Если у ребенка тяжелая степень утраты здоровья, то есть возможность повышения пособия на 20%. Родители, воспитывающие детей с первой или второй группами инвалидности, смогут работать на полставки с достижением ребенком совершеннолетия. Если изменения в законопроект примут во втором чтении, то их внедрят уже с 1 июля этого года. Средняя зарплата белоруса в марте выросла до 410 долларов. Это около 770 рублей. Самые высокие зарплаты получали специалисты в сфере информационных технологий – почти 3800 рублей в месяц.
Такие данные опубликованы на сайте Национального статистического комитета Беларуси. По сравнению с февралем, средняя зарплата белорусов за март выросла примерно на 54 рубля, более чем на 25 долларов США по курсу. Как обычно, больше всего получали минчане – более 1100 рублей. Самые маленькие зарплаты в Витебской области – менее 650 рублей. Что касается Гомельской области, то тут средняя зарплата в марте составила почти 680 рублей. В марте текущего года среднемесячная заработная плата в Гомельской области – составила 678,2 рубля. По сравнению с февралем она увеличилась на 40 рублей в реальном выражении, то есть с учетом роста потребительских цен на товары и услуги, заработная плата увеличилась на 6%. Если разговаривать по организациям Гомельской области в разрезе видов экономической деятельности, в сельском хозяйстве средняя заработная плата составила 521 рубль, в промышленности 796 рублей, в транспорте 798 рублей. Сектор информационно-коммуникационных технологий у нас, конечно, превышает по сравнению со всеми остальными организациями на уровне 1600 рублей. Что касается социальной сферы, в здравоохранении средняя заработная плата сложилась в размере 509 рублей, в том числе средняя заработная плата врачей составила 946 рублей. В образовании заработная плата сложилась на уровне 560 рублей, средняя заработная плата учителей составила 647 рублей. В целом в бюджетных организациях заработная плата составила 545 рублей. По сравнению с февралем она увеличилась на 16 рублей в реальном выражении, то есть с учетом роста потребительских цен на товары и услуги, она выросла на 2,9%. Кстати, по мнению председателя Гомельского горосполкома Петра Кириченко, для роста уровня заработной платы и выхода на уровень 1000 рублей в областном центре есть необходимые резервы. Для этого всеми предприятиями, организациями Гомеля, в том числе социального блока, разработан комплекс мероприятий, предусматривающих выход к концу года на заданные параметры. Прикладываемые городом усилия в поиске резервов, новых форм и методов работы по всем направлениям экономики дают свои положительные результаты, считает мэр города. Так, по итогам 2016 года выполнено 6 из 7 доведенных показателей социально-экономического развития. На протяжении всего прошлого года сохранялась тенденция по снижению уровня запасов готовой продукции. Удалось добиться серьезных результатов и в рентабельности продаж. Предприятия также занимались освоением новых рынков сбыта. В результате география экспорта пополнилась 15 новыми странами. Внешний торговый оборот товаров и услуг Гомеля достиг почти 3 миллиардов долларов. Получено положительное сальдо внешней торговли в размере почти миллиарда долларов. К другим темам. До конца сентября пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены. Воспользоваться льготой смогут мужчины старше 60,5 лет, а женщины старше 55,5 лет. Для покупки проездных документов со скидкой нужно предъявлять в кассах оригиналы пенсионных удостоверений. При этом скидки не предоставляются в электропоездах региональных линий бизнес-класса с нумерованными местами, а также при проезде в поездах городских линий. В этой программе я расскажу вам о ценах на мясо, птицу и их полуфабрикаты. Итак, свиная вырезка стоит 11 рублей, шея от 10 до 11, тазобедренная часть 9,5 рублей, окорок 8,5, грудинка от 7 до 9 рублей, ребра от 5,5 до 7,5, разруб от 5 до 6,5, голень 3 рубля, рагу 2,35, кости по рублю. Ребрышки для гриля стоят около 5 рублей, шашлык 9 рублей 25 копеек. Говяжья полиндвица стоит чуть более 10,5 рублей, язык от 10 рублей 80 копеек до 13 рублей, вырезка около 9,5 рублей, почки чуть более 3 рублей. Цыпленок стоит от 3,45 до 3,80, филе от 6 рублей 90 копеек до 7 рублей 30 копеек, грудка и бедро около 5,5 рублей, голень 4,50, крыло от 4 до 4,30, печень 3,65, 3,75, сердце 6 рублей, желудок 3,30, шеи рубль 60, куриный фарш 3,5 рубля, рубленый 5,30. На этом у меня все. Встретимся через неделю.